Всем привет! С вами руководитель детской студии мультипликации «Аниматика» Екатерина Юсупова. В моем третьем занятии вы узнаете, что такое раскадровка и для чего она необходима. Если у вас уже готов сценарий вашего будущего мультфильма, то переходим к следующему этапу. Раскадровка включает в себя последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством при создании мультфильмов. В первую очередь раскадровка помогает нам ориентироваться при постройке декораций и не строить лишнего, и также при выборе плана кадра и монтажа мультфильма. Примерно это выглядит так. А сейчас подробнее о планах кадра. Их существует множество, но мы рассмотрим несколько основных. Планы делятся по крупности. Это общий план, первый средний, второй средний, крупный план, макрокрупный план и дальний. И по дальности. Задний или дальний план, средний план, передний или ближний план. И сейчас вы самостоятельно сможете сделать раскадровку вашего мультфильма. А в следующем занятии я подробно расскажу о декорациях и фонах, необходимых для создания стоп-кадровой анимации. Пока-пока!